Ха! Делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан, и добро пожаловать в новую серию жизни ютубера. Я уже залил ролик на свой второй канал, там, где мы с Катей спали. Ну, просто это Дуримонда из рекламного агентства так сделала рекламу, то, что мы с Катей спали. Короче, сам посмотри ролик на втором канале, там действительно было интересно, мы там строили огромные здания из... спали, короче, вместе с Катей. Сейчас мы с тобой пойдем в банк, заберем мани, которые накапали за этот ролик, и прямо сейчас я буду заливать новый видосик, бой мелкого с этим пацаненком, с этим богатым школьником. Полтергейст? Привидение в доме? Или мелкий придурыш мелкий? Мелкий? Если у тебя дома игрушек нет, я могу тебе плойку четвертую купить, если хочешь. Будешь с ней... Ты дурак! Вылезай давай! Вылезай! Мелкий, ты дурак? Ты как в унитаз-то провалился? Алло! Вылезай давай! В смысле нет? Вылезай давай, или я тебя сейчас вытащу! Ты смотри, как он заст... Ты как в унитаз-то провалился? Сейчас, подожди. Где мой вантус? Сейчас ва... Лоб подставил? Лоб. Да, не работает. Держи вантус, мелкий. Так, что мне с тобой делать? Подожди, расскажи мне, пожалуйста, историю, как тебя жизнь вообще привела к тому, чтобы ты провалился в унитаз? Как тебя сюда засосало? Так, подожди, где мой телефон сейчас? У меня здесь был номер мужа на час. Ну, не потому что я люблю мужа на час вызывать, а потому что как бы муж на час, это у нас получается и сантехник. Ага, да, здравствуйте. Мне тут нужно сантехника заказать. Сейчас. Какой у меня там дом, какая улица? Город ютуберов, дом 228, квартира 69. Ладно, ты тут посиди, мы сантехника ждем. Спасение твое пришло. Ой. Да успокойся! Мелкий. Все! Заходите быстро, а то мелкий уже с ума сходит. Сантехник! Давайте быстро! Тут у нас, короче, проблема. Мне нужно, чтобы вы как-то что-то сделали с мелким. Там, может, у вас какой-то там гипер-супер вантус есть. Ой, ну это тяжелый случай. Да. Марио. Ой-ля, вы, наверное, итальянский сантехник. Да, тут, короче, тяжелый случай. Вот меня. Воу, сейчас башка отлетит, если так ее крутить будешь. Я могу сделать только это. Отойдите. О, да, подождите, пропустите, да, давайте. Ты дурак? Если бы я хотел сломать свой унитаз, я бы сам его сломал, а не вызывал бы специально сантехника, чтобы он сломал мне унитаз. Ты дурак? Ну так сейчас покупай мне новый унитаз. Мелкий, он дурак. Иди нафиг отсюда, иди сюда. Проваливай к чертовой бабушке. Дебилы дебилами в этом городе живут. Мелкий, ну что ты натворил-то, а? Куда мы сейчас вот это пипикать, какакать будем? В раковину? То есть вот таким манером я тебя учу, да? В раковину срать!
Ой, пошли к Михалычу, давай. Давай, давай, пошли за новым унитазом. Ой, мелкий, мелкий. Да, я бы, конечно, мог бы в Икею пойти, но в Икее такие дорогие унитазы, поэтому нет. Давай к Михалычу, у него 100% там есть за пару золотых монет. Так, у меня есть золотые монеты, 15. Сейчас я... Подожди, я возьму еще немножко золотых монет. Ага, ага. Так, и здесь, ну давай еще 30-ку возьмем. Так, еще, ага. У меня рубли есть. Ой, разъел ты свою жопу, мелкий, разъел. В унитаз провалилась, даже уже не вытащить. Да, 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 да. Ой, ой, пошли, пошли, пошли. Здравствуйте, бабзин! И вот вы, мадмуазель, это жена Степы, да? Здравствуйте. Пошли, пошли. Меня достал этот алкаш. Какой алкаш? Какой? Михалыч, здравствуй, унитаз. Есть унитаз? Так, сейчас я посмотрю. Да, есть унитаз, 15 золотых монет. Спасибо большое, Михалыч. Так, да этот Степа, муж мой, алканавт. Что там такое, мелкий? Сплетни подслушиваешь, да? Все, короче, Зинка, надо что-то делать. А что будешь делать? Да разведусь с этим придурком. Кого? Она со Степкой нашим хочет разводиться. Дуримонда. Ну все, сейчас пойду к нему на работу и разведусь. Пошли, 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 мелкий, пошли, пошли, давай, 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 давай. Сейчас здесь лучше будет слышно. Ну все, Зинка, я пошла. Да давай, быстро, давай, быстро, 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 быстро. Нельзя так. Степа же вообще с ума сойдет. Мелкий, задержи ее, задержи, задержи. Эй, о, пу-пу, когда, мадам, вы кошелек выронили. Мелкий, задержи ее. Молодец, 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 молодец. Степа, 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 где Степа? А чё, Степы нет? Степа! Божечки, божечки! У нормальных людей организм состоит из 70% воды. У Степы организм состоит из 70% чистого спирта. Степа! Дорогой мой! Просыпайся, алканавт! Космический! Степа, к тебе жена твоя разводиться идет. Жена? Да, 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 сразу же проснулся. Приду. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, быстро, 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 быстро. Пару пощечин дам сразу же, иди сюда, иди сюда. На, подожди, на, подожди, хуй. Хуй, очнулся, очнулся, алканавт. Убирай быстро к чертовой бабушке, к тебе жена идет. И знаешь, зачем она идет? Разводиться с тобой. Придур. Ой, Степа, Степа, набухался ты, конечно, добухался точнее. Очнись, очнись, Степа, дыхни, дыхни быстро, быстро дыхни, быстро, жвачка есть? Что-то сделай со своей... Так, спасибо, охранник, спасибо, здесь, да, банкир, здесь банкир. Так, ой, это золотые монеты за ролик, да, вот этот по Ютубе, на втором канале, там, где мы с Катей спали, да, да, вот, кстати, вот, мы с Катей здесь переспали, вот здесь ролик, нажми на подсказку, если хочешь посмотреть. Так, вот, бабки я забрал, я сказал, отдыхни, нет, ой, дыхнул, ой, лучше бы ты не дышал. Сейчас посмотрим, что здесь будет разворачиваться, драма какая-то. Господи, помилуй. Да, там не только, там прям помилуй очень сильно. Он только что на меня отдыхнул, я чуть сознание не потерял, мелкий. Ну все, Степа, я с тобой развожусь. Ой, не спасли мы Степана. А я его предупреждал, 100 раз мелкий предупреждал. Вот, если ты вырастешь, а ты вырастешь. Всю жизнь мне испортил подонок. Мелкий, никогда не бухай, а то Аленка твоя бросит тебя, если будешь таким же придурком, как Степа. Не бросай меня, вот так же будешь потом под каблучником, будешь передаль... Ой... Опять начинается то же самое, все по кругу, сейчас кто-то окажется на кончике биты. Мелкий, пока здесь тут третья мировая не началась, а она уже почти началась, да, она началась. Мелкие, побежали за полицейским, побежали, пропустим их, так, побежали быстро, потому что нас они слушаться точно не будут. Ясно, все с ними. Ой, до чего же Степа докатился? Так, полиция, на месте, не на месте. Господин начальник майор, здравствуйте. Там, короче, домашнее насилие. Там жена избивает своего мужа прямо перед банком. Дети видят, весь город видит. У всего города на глазах просто. Нужна ваша помощь, господин полицейский. Помогите, пожалуйста, быстро, быстро, быстро. Так, срочно. Да, выезд, 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 давайте.
Давайте, 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 проходить, проходить, мелкий, давай, выходи. Возле банка, там драка, вы выезжайте. Мелкий, иди сюда, мелкий. Мелкий! Направо, направо, направо и сейчас налево, 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 налево. Ага, вот, не в здание, не надо в здание врезаться. Ой, все плохо, все плохо. Почему всего города нет прав? Дебил. Ой, мелкий, быстро за мной. Мелкий! Дурдом, просто дурдом среди белого дня. Так! Вот! Старперы. Да, вот они здесь друг друга. Вот это битом ему дохали. Вот смотрите, улика! Бит выкинули! Бит выкиньте уже наконец-то! Ой, да они тут друг друга вот это мудохали прям по полной программе. Начальник, надо их как-то успокоить. Все побухает, жене не нравится то, что он бухает. Вот, поэтому жена хочет развестись. Да, в общем, вы там сами разбирайтесь, а у нас мелкие с тобой дела. Пошли там, мелкие, надо Костю спасать. У нас 6 дней осталось до того, как мне нужно или канал удалить, или все же как-то освободить Костю. И это все как раз-таки было в предыдущей серии. Если ты не знаешь, почему мне нужно канал удалить. Сейчас будем оформлять вас на 15 суток минимум. Но с другой стороны, мелкий, как бы Степу нужно спасти. 15 суток в обезьяннике сидеть, да это с ума можно сойти. Так, ну Степа все же как бы мой друг, хоть как бы я алкаш, но все же друг. Алканавт проклятый, но все же друг. Начальник, я выступаю в роли типа якобы адвоката. Нет, не надо никакой протокол. В общем, начальник, я знаю, как решить эту проблему, не надо их забирать никуда на 15 суток. Так, сейчас, по существу, мы сейчас их отводим в районный ЗАГС, в мэрию, и пускай они там уже при главе нашего города, при бабе, которая там оформляет документ, не знаю, как это там называется, кто в ЗАГСе работает, как должность называется, неважно, баба, короче, которая там расписывает или там в развод подает, мы идем к ней, она оформляет этих двух гражданин, и они пускай там уже решают перед судом, перед богом Майнкрафта, разводиться им или дальше существовать. Если все пойдет хорошо, они помирятся. Если очень все плохо пойдет, ну Степа тогда еще больше забухает. Только на 15 суток не надо. Я предлагаю решить все мирным путем, господин начальник. Хорошо, договорились, но чтобы такого больше не было. Все! Так! С этого момента вы подчиняетесь мне! Все за мной! Быстро за мной! Спасибо, начальник, за помощь! Удачи вам! Машину научитесь водить, самое главное, она там у вас в здании застряла, не в той стороне, а слева. Куда он побежал, придурок? Там машина застряла. Ладно. Начудил ты делов, конечно, Степа. Заходите! Степа, ты там тоже не отставай, у тебя сегодня судный день получается. Давайте. Сразу же на второй этаж. Все потопали, быстренько, все за мной. Не отставайте, дорогие мои. Давно вам пора уже разобраться. То я каждый раз, когда прихожу в банк, ваш муж мне ноет каждый раз то, что жена там его пилит, ругает. А оказывается, не вы его пилите. Как бы вы тоже его пилите, но он просто алканавт. Давайте, за мной. Быстро. Все сюда. Все сюда, заходите, проходите. Степа, давай. Да, надо, Степа, надо. А то твоя жена тебя каждый день битой лупасить будет. Никакие потом полицейские не помогут. Давай, мелкий, толкай его в задницу. Ну, в смысле, не толкай в задницу, ну, просто подталкивай. Степа! Давай, внутрь. Внутрь, миленький мой. Заходи. И ты, мелкий, тоже. Ой, здрасте. Так, я вам объясню всю ситуацию сам. Бухает, как не в себя. И тут, ну тут, в принципе, все сразу само стало на свои места. Этот бухает, этот хочет развода. Ну, сами разбирайтесь, уверены вы, не уверены. Что здесь, торт свадебный. Вот она уверена, он, ну как вам сказать, он уверен в том, что он пивандри хочет выпить сегодня. А, в принципе, на жену, мне кажется, Степа, ты сам до этого докатился, я тебя предупреждал 100 раз. Я тебя закодирую, бабушку твою. Ты меня не послушался. Вот молчишь, да? Молчишь стоишь, да? Значит, молчишь, Степа. Все понятно. Так, мелкий, иди сюда. Сейчас мы посмотрим на этот весь спектакль, на весь этот цирк. Ой, фамилию. Какая у вас фамилия, кстати? Бурундуковы. Степа Бурундуков и Маргарита Бурундукова. Степа, чё ты мне раньше не сказал свою фамилию? Бурундук ты, а? Так, мелкий, сейчас будет самое интересное, прям самое. Теперь мне надо ваше согласие. Конечно, согласна, разводите скорее.
Ритка, не надо. Ну как бы я извиняюсь, извините меня, пожалуйста, я понимаю то, что, ну это грустно, но с другой стороны, ну Степа, ты сам к этому дошел. Не надо, Степа, достал уже. Ну прошу тебя, Ритка. Ритка, ну пожалей ты, пожалей Степана. Ну как бы, ну хороший человек. Усики, пропуск в одно место. Ну типа, это единственный плюс Степы. Все остальные как бы минусы. Не слушайте его, он не знает, что несет. Сложно. Я не пьян. Сёпа, ты был не пьян в первые 5 лет после твоего рождения. После этого, мне кажется, ты до сих пор бухой в стельку. Так, Ритка согласна развестись. Степа не хочет. И что мы будем делать с вами? Да он пьяный придурок, не слушайте его. Тоже верный ответ. На бухую голову разводиться тоже такое себе. Тогда властью данной мне... Разведет или не разведет? Разведет, не разведет. Ну давай быстрее, рожай уже что-то! С данной минуты вы больше не муж и жена. На, Степа. Это реально чао бомбино. Стёп! Ну Стёп! Ну Степа! Ну ты сам придурка, кусок. Ну ты понимаешь, ты мелкий, его надо как-то спасать. Да он сейчас... Да... Степа, ты сам дебил. Ну ты знаешь, ну я ж типа, сколько раз я приходил к тебе в банк, и сколько раз я тебе говорил то, что я тебя закодирую. В смысле, вот не мог бы ты так жить, если бы ты не бухал каждый день. Вот так тебе жить не надо, бухать каждый день. У тебя хорошая работа, ты работаешь охранником в банке. Тебе хорошо оплачивают, отпуск раз в несколько лет. Жена прекрасная просто, готовит тоже фантастически. Что тебе в этой жизни? Да в смысле прощайте, куда прощайте? Степа! Степа! Уберись! Выброси быстро! Степа, на раз, два, три, выброси! Придурка кусок! Ты что... Ты ж понимаешь, мелкий, то, что если бы я его не толкнул вовремя, он бы себе... Так, Степа, проходи быстро спускайся. Степа, не заставляй тебя толкать. Давай, мелкий, следи за ним, вдруг у него еще один пистолет. Если бы я его не остановил, так он бы в себе, вот это... Ой, идиот, да чего ж тебя жизнь довела, да хватит, проходи уже давай. Ой, Степа, да чего тебя же... Ты вообще катушку свою сдвинул? Ты чердак вообще потек окончательно, как я вижу, да? Все, жену просрал, все, конец. Быстро спускайся на первый этаж. Быстро! Быстро спускайся. То сейчас, не дай бог, еще стекло разобьет, в окно выпрыгнет. Так, у меня есть план. Степа! За мной! Быстро! Так, зал суда, дворец бракосочетаний. Степа, заходи внутрь! Быстро! Сюда! Клетку! Быстро сюда зашел! Степа, в ту же секунду, не заставляй меня второй раз повторять. Да ёханый! Все, вот здесь будешь... Ой, господи, Степа, ну что же... Тебя жизнь, походу, ничему не учит, да, Выброси все бутылки прямо сейчас выбросил, которые у тебя только есть. Давай сюда. Степа, не заставляй применять грубую силу. Давай. Ты смотри, сколько у него бухлишка в этом инвентаре. Все, мы тебя здесь закроем на недельки так две. Будешь здесь сидеть и 2 недели кодироваться от зависимости своей. Плачь сколько хочешь. На самом деле плачь. Хоть спиртяга вся из организма выйдет со слезами. Как мама в детстве говорила, чем больше плачешь, тем меньше писаешь. Вот так и ты, чем больше плачешь, тем быстрее отрезвеешь. Ладно, мелкий. Нам надо с тобой немножко на денек перенести спасение Кости. Я как бы понимаю, что у нас с тобой 5 дней осталось. Но я, честно тебе скажу, я не собираюсь удалять никакой канал. Костю могут убить, как бы за это, но Костя мой друг. Его нужно спасти. Но этого тоже нужно спасти. Он как бы тоже мой друг. Нам нужно что-то придумать, что сделать с этим передозировщиком спирта. Ходячая бочка водки просто. Надо с ним что-то сделать. А мы сделать сможем только или если мы его закодируем, или если мы
уговорим Ритку. Надо узнать, где живет его жена. А это мы сделаем в следующей серии. Мы постараемся, Степа, но только если ты поклянешься, то что никогда бухать больше не будешь. Ой, не к добру алкоголизм, не к добру, мелкий. Посмотри на этого бедного охранника. Посмотри на его усы. Они все мокрые из-за слез. Поддержи, пожалуйста, эту усатую спиртовую бомбу, которая сейчас находится здесь рядом с нами, чтобы она, в принципе, не взорвалась и спирт весь не вытек наружу. Поставь лайк. Это, мелкий, тебе будет урок на будущее. Если ты будешь творить такую же хрень, я тебе в будущем не буду помогать твою Аленку вернуть. Да-да-да, поэтому учись, учись на ошибках Степы. Пошли. Пошли, мелкий. Унитаз дома остановим. А если ты, жирная задница, еще раз в нем застрянешь, пеняй на себя, не стреляй! Я больше тебя вытаскивать оттуда не буду, а жир трест ты такой. Смотри, 7 годиков уже в унитазе застрет. Ааа, я мемел. Все, домой.